Я очень счастлива. Я безумно рада и вообще, потому что это медаль, я так и не мечтала. Я, можно сказать, весь год представляла ее в мыслях, мотивировала, что вот я выигрываю. И все так безумно радуются. У нас такая поддержка, когда меня вызвали на старт, и я такой гул поднялся, и я просто... Я была настолько поражена, и говорю, сердце так застучало, что просто проиграть никак нельзя было, потому что все пришли так искренне за нас болеть. И я очень рада, что все сложилось, как должно было быть. Насколько давило, что родной город и первый президент республики? Это очень такая. Я просто и говорю, я боялась, что, не дай бог, вот я там вторая или третья, или я вообще не попаду в призы, чтобы какой-нибудь снайпер сидит на трибуне, меня сразу вас пристрелят, когда я буду. Поэтому я здесь очень хотела выиграть, чтобы все-таки эту медаль посвятить всем, кто за нас болел, нашей сборной, нашему Татарстану, нашему министру, то есть спорту, всем. То есть я посвящаю, кто искренне душой за меня болел. Я вернулась из США за 3 недели до универсиады, то есть... Мы пахали весь этот год, то есть Дэвид Салам, мой тренер в Лос-Анджелесе, он тренировал нас весь практически, полгода, и мы сделали прекрасную работу. А даже девочка, которая второе место заняла, она из моей команды же, из Троджин, из Лос-Анджелеса. Вот, и мы очень безумно рады, что мы все-таки принесли эту медаль нашему клубу. 3 недели тренировалась со своим тренером Гульнарой Мансуровной Аминовой, то есть она была всегда рядом, она все равно для меня остается самым лучшим тренером в жизни, в мире, то есть, и она всегда рядом меня поддерживает. Я безумно счастлива, что именно она мой тренер, и я ее никогда не брошу, и всегда мы будем с ней вместе. Происходит все, получается, все мечты сбываются. Главное, просто искренне в это поверить. Задачи какие начали? Попадать, естественно, в финалы. Да, это самое главное. Мирового рекорда. Медаль золотая, но все-таки... Ну да, я хотела быстрее, но... Ну, немножко не получилось быстрее, но... В принципе, нет, ее уже тренер забрала, уже держит. Музей? Нет, ну что, я никому ее не отдам.